Всем привет, меня зовут Кунанова Аня, и сегодня мы с вами разберем такой вопрос, как убирать заявки в друзья ВКонтакте. Мне задали такой вопрос, и, конечно же, мы заходим на свою страничку, нажимаем «Друзья», тут у нас с вами есть заявки в друзья, и вот тут вот исходящие заявки, то есть я 132 людям предложила дружбу, и мне предложили дружбу 180 человек. И если нам не хочется, мы можем отписываться. Отписываться лучше не более чем 20-30 заявочек, да, за один раз, а то потом будет очень даже некрасиво. Ну, страничку могут заморозить просто. Вот таким вот образом мы отписываемся, и все у нас потихонечку начинают заявочки чиститься, да. Ну что ж, всем удачи, роста, везения, во всем вдохновения. С вами была Кунанова Аня. Теперь вы знаете, как чистить свои исходящие заявочки. Их нужно чистить, потому что когда они копятся и их накапливается слишком много, вашу страничку могут заблокировать. Всем удачи!